узел Вальтус, самый крупный из всех существующих узлов. Набросьте галстук. Сделайте так, чтобы узкий конец был как можно короче и находился слева, широкий справа. Выверните широкий конец наизнанку. Перебросьте концы между собой так, чтобы узкий конец был справа, широкий слева. Поднимите широкий конец вверх и перебросьте через шейную петлю. И направьте его вправо. Еще раз перебросьте через шейную петлю и направьте его влево. Обведите узел широким концом слева направо. И еще раз перебросьте через шейную петлю. Отведите широкий конец вправо. Еще раз перебросьте широкий конец справа налево. И проведите его внизу через шейную петлю. Теперь протяните его через образовавшееся ушко. Расправьте узел. Галстук готов.